Сказку «Синяя птица» многие и взрослые, и дети называют любимой. История брата и сестры, отправившихся в путешествие за синей птицей, рассказывает о том, как быть смелым и великодушным, как преодолевать страх и не оставить в беде нуждающегося в помощи. Юные актеры из детского отделения Народного театра «ТВИД» выступили с премьерой спектакля на сцене Дома культуры. А наш мобильный репортер, побывавший на премьере вместе с ними, снял несколько сцен. Каждый режиссер эту сказку видит по-своему. Галина Василенко, взявшаяся за непростую работу, с помощью маленьких актеров преподнесла зрителям свое видение «Синей птицы». Могли бы превратить мою горницу в синюю птицу? Дорогой Алеша, это было бы слишком просто. Вам советую долгое, длинное и очень опасное путешествие в мир, где не бывал обычный человек. Нет смысла пересказывать сюжет, его знает каждый ребенок. В твидовской «Синей птице» главных героев зовут Алеша и Аленка. Они преодолевают различные препятствия, постигая души вещей, воды, огня, времени. Кто только не пытался препятствовать достижению их цели, дети справились со всеми трудностями. И в итоге, остановив ход времени, вернулись домой. Как и у всех сказок, у этой тоже счастливый конец. Выйдя на поклон, юным артистам едва хватило места на сцене. Многие получили цветы от благодарных зрителей.